Этот автопробег войдет в историю. ДСАФ России проводит заезд спортсменов-автолюбителей по городам-героям и городам воинской славы Российской Федерации. В судьбе России – моя судьба. С 20 апреля по 8 мая едут по всей России. Поводов несколько. 68-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, 70 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 100 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина. В Омске развита огромная традиция автомобильного спорта. Работает и Федерация автомобильного спорта, региональное отделение ДОСАФ России, которое курирует. Но сейчас вот под эгидой и правительства Омской области, под эгидой Министерства по делам молодежи и региональное отделение ДОСАФ проводят проект, который проходит по всей стране. Ну и мы, конечно, не могли остаться в стороне. Поэтому прекрасно подготовлены автомобили, ретро-автомобили, учебные автомобили, которые пройдут по трассе. Цель автопробега – увековечить память погибших в Великой Отечественной войне, возрождение и развитие военно-спортивных традиций, пропаганда и популяризация технических и прикладных видов спорта. У автопробега 4 маршрута – от Бреста до Владивостока по территории Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Участники пронесут знамя победы и капсулы со священной землей из городов-героев Бреста, Волгограда. Конечно, внутри волнуешься, потому что это священные такие предметы, когда и земля, которые поднимают дух. Лучшие машины отобрали. Едет Урал и два КамАЗа. Машины подготовленные, проверенные, вымытые, наряженные. В судьбе России моя судьба. Девиз автопробега. Это понимают не только те, кто защищал Отечество, но и сегодняшнее поколение. Будем эту память о войне, о победе передавать следующему поколению. И поэтому мы должны в первую очередь вот присутствовать на таких мероприятиях, участвовать в этих акциях. Ну и в первую очередь вот это для нас важно. В автопробеге по территории Омской области участвуют автошколы регионального отделения ДСАФ России, Калачинского, Кормиловского районов, Омская объединенная техническая школа, местное отделение ДСАФ России Черлакского района Омской области, спортсмены-автолюбители. В ходе автопробега проведут массовые акции военно-патриотической направленности, встречи с ветеранами и молодежью, посещение мемориальных комплексов и мест захоронения павших воинов. Ничто не забыто, никто не забыт.